Всем привет! Меня зовут Егор, эксперт торгового комплекса «Актив». Сегодня в нашем обзоре новинка от компании Bauer – клюшка Bauer NSX. Модель NSX представляет из себя отдельную линейку клюшек, не относящуюся к линейкам Supreme, Nexus и Vapor. Это отдельная бюджетная модель, которая появилась в 2018 году. Форма шафта у этой клюшки традиционная. Она представляет из себя прямые боковые стенки и немножко закругленные углы. Но отмечу, что стенки не совсем прямые. У них есть небольшое закругление, что придает приятный хват, когда вы держите клюшку в руках. В конструкции клюшки использовано однонаправленное углеродное волокно, придающее ей хорошую прочность и высокие эксплуатационные характеристики для данной ценовой категории. Конструкция клюшки состоит из двух частей, где крюк впаян в шафт. Но по ощущениям не скажешь, что она состоит из двух частей. Она довольно-таки приятно лежит в руке и с достаточно неплохим балансом для данной ценовой категории. Вполне сносно. В крюке использована новая технология Bridge Core, которая представляет собой мостик из углеродного волокна, расположенный от верхней части крюка до самого его основания. Это очень важное обновление для крюка, потому что при броске крюк имеет свойство прогибаться в обратную сторону. И чем меньше жесткость крюка, тем хуже бросок, он неточный, он может в принципе сорваться. Данная технология придает жесткость по всей длине крюка, и ваши броски становятся более точными и хлесткими. Внутри крюка, как и в большинстве клюшек, находится спинный сердечник, благодаря которому вы будете отлично чувствовать шайбу, в какой части крюка она бы не находилась. Вес клюшки составляет 528 грамм в взрослой версии 87 Flex. В принципе, это средняя весовая категория для данного вида клюшек. Что можно сказать об этой клюшке в двух словах? Хорошая клюшка для своего сегмента, достаточно легкая, если можно так сказать, не 600 грамм, но опять же не 400, как топовая модель. Обычная клюшка для любителей, для начинающих хоккеистов, соответственно, из композитных материалов. Какие плюсы? Это крюк с технологией Bridge Core, который придает хорошую жесткость при бросках. И однонаправленное углеродное волокно, что придает также прочность клюшке. Ну и хороший внешний привлекательный вид, с которым у Bauer никогда не было проблем. Сегодня в нашем обзоре была новинка от компании Bauer, клюшка Bauer NSX. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Актив клуб хоккеистов», задавайте свои вопросы, с удовольствием на них ответим. Следите за нашими обзорами. С вами был Егор, эксперт торгового комплекса «Актив». До новых встреч!